Итак, мои дорогие друзья, перебрал я 800 СССРовских монет, сразу отсеял все монеты, которые у нас идут до с 80-го года по 90-й год. Все эти монетки с этими годами стоят у нас по 1 гривне и чуть-чуть больше от номинала. Вот. Это в случае люксового состояния. Отобрал я у нас монетки. Вот начнем с 1 гривни. Ой, извиняюсь, 1 копейки. Это у нас начиная начинается вот у нас 1 копейка 70-го года. У нас попала одна штучка. Нет, три штучки, извиняюсь, три штучки у нас попало. Вот. Покажем сейчас вам общий вид их. Вот, 1 копейка 70-го года у нас стоит 4 гривни в люксовом состоянии. Еще раз напоминаю. Что-то не хочет фокус фокусироваться. Вот фокус, 1 копейка 70-го, гурт у нас ребристый, СССР. Вот, и у нас при переборе попало 3 штучки таких вот монеточек. По каталогу в люксовом состоянии стоит 4 гривня за штучку. Так, 70-го года у нас еще попала 1 копейка, 71-й год. И у нас здесь попало 2 штучки. Состояние в люксовом состоянии у нас стоимость этих монеток 2 гривни. Так что может кому коллекции нету, пишите, поделюсь. Так, следующее у нас попало мне, это 72 года. Вот здесь 1 копейка 70-го, извиняюсь. Так, 72 года. У нас здесь тоже попалось 4 штучки. Гурт у всех ребристый. Здесь СССР. Так же самое. Вот стоимость их сейчас у нас чуть не ниже 2 гривен в люксовом состоянии. Так, что же нам еще попалось при переборе? У нас попалось 73-й год, извиняюсь, 73-й год. Стоимость данных монеточек по каталогу больше, чуть-чуть больше 2 гривен. Так что это не считая, есть и разновидности всякие. Вот, это не считая разновидностей. Так, следующее у нас, это у нас 74-й год. У нас их уже здесь. Или это уже 73-й еще попало? Все попало. 73-й. Что-то это я ошибся. О, 74-й. Вот, 74-го года у нас по ходу всего лишь 2 штучки. Стоимость 2,5 гривни. Вот. Гурт у нас тоже ребристый. Материал латунь, кстати, машины, эти все монеты сделаны с латуни. Вот, следующее, что нам припало при переборе, это у нас 1 копейка 75-го года, в номинальном количестве 2 штучки. Тоже материал латунь, стоимость данных монеток у нас уже идет около 4 гривен. Так что, кому интересно, можете писать. Вот следующая у нас, это у нас монетка, 76-й год, попалась при переборе 2 штучки, то есть номинальная стоимость данных монеток у нас чуть меньше 2 гривен, а детали гривня 90. Следующие у нас монетки, которые попались, это у нас 77-й год, 1 копейка 77-го года, стоимость
2 гривня по каталогу, 2 гривня 70 копеек по каталогу. Вот. Гурт ребристый, материал латунь. Их всего лишь 800 штук попалось, 2. Так, чуть больше у нас попалось, уже у нас 78 года 1 копейка. И здесь у меня уже 6 штук. Гурт ребристый. Керп СССР. Номинальная стоимость меньше 2 гривен. Так, следующее тоже нам тут попалось. У нас попалась 1 копейка. 79 года. Гурт у нас на всех монетках ребристый, видно. Так, и знак СССР. Их здесь у нас попалось 5 штучек. Номинальная стоимость у нас 3 гривни за эти вот монетки по каталогу. Так, ну тут я отобрал 91 года, у меня попалось. 91 год. Буквы на всех. Вот здесь вот буквочка, видите, L. L. Это у нас получается L. L. Так, если у нас буква L, 1 копейка. Буква L, L. Ленинградский монетный двор, если я не ошибаюсь. Вот. Что с буквой L, что с буквой M. ММД. Стоимость одинаковая. У нас, у меня здесь попали все, все монетки с буквой. Буквой L. Так, если буква L, это Ленинградский монетный двор. Если буква M, это Московский Ленинградский монетный двор. Так, что же нам еще попалось? Постарше, ниже, 91 год. Это у нас попались монетки. Каких годов? Одна монетка у нас попалась. А, где мой фокус? 65 года. Вот, тоже в таком неплохом состоянии. Каталожная цена. Я даже сам только что, честно говоря, узнал. Точно 65-й. 65-й год. Каталожная цена 120 гривен. Ух. Интересно, интересно. Так что вот она, эта монетка. 1 копейка 65 года. По каталогу 120 гривен у меня стоит. Вот. Так что эту монетку мы отложим. А вот эта вот монетка, какая у нас тут идет. Год. Ой, извиняюсь, я не тот каталог открыл. Ай-яй-яй-яй. То есть, 65-й год, 1 копейка, это у нас стоит 10 гривен. Я извиняюсь, 10 гривен. Вот я нашел, у меня самого такого шокового состояния, что попалась мне такая монетка. А 68-й год, как вот это вот 1 копейки, у нас стоит по каталогу 5 гривен. Так, продолжаем наш разбор, и у нас дальше на обзоре. На разборе это у нас 2-копеечные монетки. У нас попался 69-й год, 2 копейки. 2 копейки 69-го года у нас стоят по каталогу 3 гривня. Так что ценник небольшой. Вот такая вот у нас монетка. Следующая у нас монетка, которая у нас попалась, это у нас, я уже брал, 80-е года я сразу откинул. Это 2 копейки 70-го года стоимостью 3 гривня по каталогу. Гурт у нас ребристый, материал латунь.